Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня Битва Замков выходит, реально ночное видео, ну вы уж извините, не знаю, будет ли стрим какой-нибудь ночной, такой ламповый там, в Тарковой посидеть или не будет, не суть. Ребята, сегодня важный день, в особенности для моего аккаунта, для основного аккаунта. Надежд мало, но все-таки, почему бы и не да, потому я попрошу тебя поставить заранее твой великий княжеский лайк, потому что все-таки мой аккаунт самый первый, настоящий, родной, неповторимый, очумительно прекрасный. Вот, и его смотреть будет, конечно же, вдвойне интересней. Так что усаживаемся поудобнее и полетели. Сегодня будем пытаться очередной раз выбить мастера рун и, конечно же, участвовать в новой крутой акции. У нас 40 тысяч самоцветов, я надеюсь, этого хватит. Ну, на предыдущем видео на бездонатном аккаунте это, ребятушки, хватило этого. Вот, не перестаю допускать, к сожалению, грамматические ошибки в своей речи. Да и чё уж там, от слов паразитов также не могу избавиться, но не суть. Ладно. Что хотелось бы сказать. На прошлом видео многие из вас заметили, что я лох. Скотина такая, лоханулся, потому что была переполнена почта, почтовый ящик был переполнен, и по этой причине все награды не пришли. На самом деле, даже когда я очень много донатил, я редко когда с такими вещами сталкивался, и никак не мог подумать, что вот с бесплатной акцией, с роллинга на 40 тысяч самоцветов произойдет такая фигня. Это во-первых, а во-вторых, в этой акции под названием «В поисках сокровищ» нигде не указано о том, что нужно внимательно смотреть за своим почтовым ящиком. На самом деле это понятно, в любом случае я виноват, но как-то здесь это надо конкретно прописать, потому что есть акции там, где ты не можешь переполнить этот почтовый ящик, а есть акции, где все просто улетает непонятно куда. Я обратился в техподдержку, я надеюсь, ребята помогут, потому что, ну, конечно же, это будет обидно, если они ничего не вернут, потому что там карточка 5 уровня была профукана, а также, что самое главное, 200 пыльцы. Но не суть. Будем учиться на ошибках. Я их, свои, по крайней мере, ошибки всегда признаю, так что, как бы, перед прошлым игроком, чей аккаунт был у меня на канале, я, конечно же, извиняюсь. Но, в свою очередь, я сделаю все возможное, чтобы исправить эту ошибку. Ладненько, ребятки, что у нас получается? 40 тысяч. У нас не хватает, на моем аккаунте не хватает, ребята. А вы лайк, пожалуйста, поставьте, я тогда еще завтра выпущу точно такое же видео на яйце, и все-таки на яйце пароль. У нас не хватает Леди Божества, Дамы Холода и, конечно же, непосредственно такого героя, как Мастер Рун. Мастера Рун и Даму Холоду будем надеяться выбить непосредственно с самоцветов. Мастер Рун, конечно же, не выпадет, Дама Холода возможно. А Леди Божество будем пытаться выбить с донатной карточки, если она там вообще есть, да, то есть, ну, донатную карточку мы получим, я более чем уверен, я, по крайней мере, надеюсь, с этой акции, вот, но не помню, была ли Леди Божество в этой донатной карточке или нет, даже если и была, то чаще всего там падает почему-то именно Барт, ну, Надежда умирает последней, потому будем держаться в напряжении. Ну что, ребятушки, погнали, кстати, не буду забывать рекламировать свою любимую гильдию, в которой я нахожусь, называется «Хулиганы», и прием осуществляется взрослых, адекватных, активных игроков с чувством юмора, могут быть как и девушки, так и мужчины, от 840 тысяч сил. Ну, конечно, чем силы больше, тем лучше. Ну и самое главное, это командная игра и, конечно же, прямые руки на битве гильдии. Но если есть проблемы с битвой гильдии, но есть нужные, хорошие герои, ресурсы на аккаунте, то мы будем рады и помочь, что-то посоветовать, пересобрать героев, научить, как правильно ходить в битву гильдии, чтобы не сливаться. У нас будет вам интересно. Так что вступаем в хулиганы. Топ-1, топ-2 гильдия. Космо выбиваем. Ледяной феникс. Слушай, роллинг, конечно, офигенный. Не знаю, как вы, но я пойду дальше ролить на яйце, хотя мне, по сути, там особо новые герои не нужны. Но есть возможность выбить что-то недостающее. Кстати, у меня переполнен склад, и это, конечно же, грустно. То есть у меня там, ну, там понимаешь, там уже пора. Пора мне его почистить. А что мы сейчас сделаем? Мы найдем где-то доп
доп. Черепа, куда я могу взять все и слить. Так, доп. Череп. Нет, это свален. Господи, где же ты? Вот, вот черепа. Вот он, улучшит. Так, что у нас тут? Зеленых героев целая куча. Ну да, у меня просто роллинги, шмоллинги, понимаете? Ну, на складе я боюсь на него заходить. Там столько, столько всякой лишаковой фигни. Надо, надо, ребята, от всего, я думаю, избавляться. Вот, руны все там эти. С шаров я раньше откапливал всякие ништяки. Ну, как бы, их там уже слишком много. Надо будет как-то на стриме взять и поковыряться. Гаргул. Вот, знаешь, тогда у нас была линия, когда падали крутые герои. Смотрите, там и Космо, и Ледяной Феникс. Потом выпал непосредственно кто-то там еще. Свален, да, и как бы был шанс, что эта линия продолжится. Хотя, смотри, Фобос продолжается. Я выбью мастера рун. Но как бы у нас закончились места. Ну, хотя, может, выпью, не знаю. Ну, это уже какая, наверное, вторая попытка на моем аккаунте или третья выбить. А сколько аккаунтов уже переролил, я уже не знаю, подписчикам. Ну, хотя не так уж и много, но, тем не менее, мастера рун, собственно, лично я еще ни разу не выбивал, потому что герой, как я понимаю, супер редкий, повелитель бури. Дроп героев очень хороший. Я это еще заметил, когда записывал видео на прошлом аккаунте, когда там ролил героев. Давай, дружище, 19 тысяч самоцветов, сердцеедка. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, техподдержка вернет ресурсы или нет? Ну, потому что, как бы, они должны пойти. Опа, скиталец. Они должны пойти, войти в положение игрока. Ну, потому что они даже, как бы, ну, как так происходит? На одних акциях нельзя, скажем так, переполнить склад, то есть почту игровую. А в других акциях можно, причем нигде даже предупреждение эти не выскочит. Я считаю это неправильным, если выражаться культурным, цензурным языком. Так, сливаем понемножечку зеленых героев. Да, и ладно, смотри, я еще пойму, что мне не падает мастер рун. Ну, как бы негоже, да, за 40 самоцветов, за 40 тысяч самоцветов на донатном аккаунте выбивать таких героев, да, ну... По мнению разработчиков, я должен его выбивать минимум за 150, за 200 тысяч. Но ладно, хорошо, мастерун, но почему дама холода не падает? Вот в чем вопрос. Как бы дама холода уже как бы вышла давно, это обновление давнее. Да! Пам! Пам! Е, бэйби! Ну, наконец-то! Наконец-то. О, господи. Появилась. Теперь, блин, донатить на эти камни Дракос. Я не знаю, честно, где ее использовать. Но в коллекцию пойдет. Ну, на одного героя недостающего у меня стало меньше. Это невероятно круто. Надо будет смотреть. Может, какого-то героя слить. Миша, давай. Мастер рун. Вот очень часто, когда начинаю говорить о недостающем герое, он берет и выпадает. Это что-то прям необычное. Давай еще. Нет, ничего. Фух, ну можете меня поздравлять. С дамой холода. В коллекцию пойдет. В мою свингерскую вечеринку. Для нее вход открыт. Азаза. Так, яички, мои яички. А, добыча пирата мы были. Карта богатства. Ну шо ж ты там. Ой. Сколько у меня пыльцы? Уже 620 накоплено. Ну что, пошли в эту акцию. Отсюда это заберем. И давай еще, знаешь что, сольем немножко, да, этих доп-героев. Ну, не доп-героев, а сине-зеленых, серо-буро-малиновых. Чтобы и на складе у нас какое-то место было, блин, 14 слизей тысяч золотых. А когда-то это было невероятное и крутая. А что самое главное, редкая вещь, друзья. Так. Окей. Полетели. Заходим. В поисках сокровищ. Полетели. Ну что, у нас 136 этих молоточков. Больше нам серебряный этот сундук нужен. Вот надо, я не знаю, раз 20 ударил. Ну, 20 этих открыл.
И, короче, идешь смотреть почту. Так, бронзовый ключ уже есть. Окей. Царь, бац, и 15. Это... Ну, как бы это очень странно все. Это очень странно, ладно. В поисках сокровищ. Па-па-ра-па-пам. Макдональдс. Нам нужен еще серебряный ключ. Опа! Отлично. Так. Снова двадцатка. 8 пыли. Окей, не останавливаемся. Так, ну. В поисках сокровищ. Давай, возвращаемся в акцию. По 5 открываем. Золотой ключ нам еще нужен. Золотой, золотой, золотой ключ. Золотой, самый золотой. Что-то как-то подтупливает немножко. Вам не кажется так? Ну, давай, золотой ключ, приди. Золотой ключ. Да, детка, он пришел. Идем зачистим. Ну и сундучков падает. Слушай, ну шикарная бездонатная акция. Подожди. Это вот... А, это он так с торможением. Смотри, с торможением награда приходит. Интересно, интересно, девки пляшут. Я вам скажу так. Давай. Слушай, вот надо подумать. Ну вот, допустим, да, правило. При каждой раскопке вы получите случайную награду. Также с некоторым шансом может выпасть один ключ сундука. Для того, чтобы быстро получить ключи, купите, окей. Сундуки с сокровищами могут быть трех видов. Игрок может открыть только один сундук каждого вида. А, ну я думал, что один сундук в день. Вот, но если... Ой. Ты мне письмо сделала? Хорошо. Неси сюда. Ты молочко выпила? Оно уже остыло. Иди пей молоко с медом. Спасибо тебе большое за письмо. Сейчас приду, проверю молоко. Ребята, для меня дочка сделала письмо. Что же там написано? Я надеюсь, вы понимаете этот язык, друзья. Вот. Ставьте лайк, если у вас есть дети, и вам тоже приходят иногда такие интересные письма. Вот. А о чем я говорил? О том, что я предполагал, что возможно там, ну, то есть, к примеру, ты можешь получить по одному сундуку в день, и тогда, к примеру, ты 3 сундука за день выбил, и потом на следующий день идешь и как бы еще пытаешь свою удачу, да, на оставшиеся эти молоточки, чтобы, ну, если ты, к примеру, сразу 3 сундука выбил, чтобы тебе не надо было, как бы тебе объяснить, ну, все в один день тратить, чтобы, к примеру, эти молоточки ты мог растянуть на 2 дня и, соответственно, 2 раза открыть эти сундуки, но нет, к сожалению, так не работает. У разработчиков включена защита от антижадного латыша. Так. В поисках сокровищ. Окей, давай. 5, 5, 5. Окей, продолжаем. Продолжаем, друзья. Еще давай. И еще. И еще. Ну давай посмотрим сейчас. Вот открою все. И последняя попытка. Да, деточка. Так. Ой-ой-ой-ой. Как оно все подглючивает. Ну и теперь пошли откроем эти сундуки. Соответственно, в поисках сокровищ. Спокойненько открываем первый. Мифическая карта. Открываем второй. Карта героя, отлично. И давай вот это открываем. Воу-воу-воу-воу-воу.
Так. Да, сразу 18. Что тут у нас хорошего? Допустим, теперь мы все эти награды получили, идем в ништяки. Ништяков, как вы видите, у меня тут даже поднакопилось. Ну, держите за меня кулачки, может быть, Леди Божество выбью. Или Мастера Рун. Ну, не из этой карты. Так, не из этих сундуков. Эти божечки. И все эти ресурсы, по сути-то, не нужны. Потому что их и так полно. Так, бульдозер. Тут у нас что? Сундук гильдии. Это ерунда. Продолжаем, друзья. Так, третий сундук. Ладно. Так. Ну, это тоже ерунда. Вот это все открываем. Не останавливаемся. Это все открываем. Замечательно. Давай. Те-те-те-те-те. Кстати, тут камушки прорыва падают. Это прям хорошо. Вот это прям тоже замечательно. Все-таки чуть-чуть у нас прорыва будет. Так, давайте перед тем, как начнем развлекаться, откроем этих питомцев. Может быть, я кого-то смогу прокачать на максимум. Я давно, кстати, не заходил в питомник. Мне прямо интересно, что же там... Что же там происходит? Так, давай. Так, четвертая карточка. Отсюда нам может выпасть... Нам пофиг, кто отсюда может выпасть. У меня все эти герои есть. Ну, тем не менее, посмотрим. Так, самый необходимый герой на свете. Здесь мы, конечно же, ждем мастера рун, но он как назло не выпадет. А если выпадет дама холода, то я вообще как бы охренею. Это будет супер закон подлости. Па-па-ба-ба-ба! Фобос, окей. Ну, хотя бы не дама холода, я вообще охренел бы. Здесь мы, конечно же, ждем леди божество, но выпадет Вангую Бард или Дуэлянт. Давайте... Ставочки ваши делаем. Ну, давайте ограничимся бардом. А, дуэлянт надо было на дуэлянт оставить. Короче, ну как бы не зря просрал я эти 40 тысяч самоцветов. Что у меня по камням прорыва? Ну, зато, понимаешь, тут даже сколько... Не то, что там обидно, ой, обидно, не обидно. Получил я там какого-то недостающего... Маленькая? Я сейчас пойду проверю, как ты молоко с медом допила. Давай пей быстро. Хитрая. А дверь закрыть? Ой. Пей молоко. Хитрая, пипец просто. И хитрющий ребенок. Ну, зато смотрите, у меня уже 857 магической пыльцы. Так, что я вам хочу сказать. Тут даже прикол не в том, что выбью я там, не выбью этого мастера рун или еще кого-то. Но, тем не менее, это было интереснее, чем просто ролить. Потому что, ну, какие-то там маломальско прописанные шансы, да, у разработчиков есть. И теоретически, ну, просто вот такой видос с интригой. И я даже больше для этого ролил, потому что зачастую сейчас в игре все меньше и меньше интриги. И вот, когда вот появляется такая возможность... Почему бы ей не воспользоваться? Вот. И, в принципе, даже несмотря на то, что я не выбил там Леди Божество или Мастера Рун, все равно я считаю, что... Даже если бы Даму Холода не выбил, я все равно считаю, что, в принципе, такая маленькая встряска для моего аккаунта, она, конечно же, будет полезна. Хвалитесь, друзья, что вы выбили. Может быть, я проснусь, тут же эта акция 2 дня длится, я паролю кому-то из вас еще героев. Вам же всем пожелаю огромнейшей удачи. И, ребятушки, всем пока. Я загружу это видео на YouTube и буду сидеть и слезы смотреть на то, сколько же вы лайков поставите. Чаушки!